Лекарства с доставкой на дом. Больше 600 подопечных клиник Самарского медуниверситета – льготники. В период пандемии врачи сами привозят необходимые таблетки людям, которые в силу своего возраста должны соблюдать самоизоляцию. Данные пациенты могут нуждаться в осмотре. Соответственно, при выезде на дом мы не только обеспечиваем пациентов лекарственным препаратом, но еще проводим медицинский осмотр. Данным пациентам рекомендуем диспансерный осмотр и наблюдение врача, а также осуществление медицинского осмотра и коррекция необходимых лекарственных препаратов. Поэтому выезд на дом осуществляется врачом. Геннадий Носачев – профессор медицинского университета. В медицине он сам вот уже больше полувека. За своим здоровьем привык следить. Чувствует себя спокойно, потому что знает, в случае чего есть надежная страховка. Люди, на которых можно положиться. Естественно, удобно. Тогда, когда я не работаю, я ведь сейчас сижу в изоляции в связи с коронавирусом, сам поехать не могу к вам. И то, что мне не надо ехать, а вы мне привозите домой бесплатные препараты, можно только приветствовать и радоваться. Те, кто нуждается в помощи, проживают на территории всего города. Добираться до них на общественном транспорте врачам не всегда возможно. Чтобы доставка состоялась, на помощь приходят автоволонтеры. Для этих нужд АвтоВАЗ предоставил им машины. Александр Запивалов – один из волонтеров. Добрыми делами он занимается уже 3 года. Рассказывает, сначала знакомые попросили помочь, а потом втянулся. В пандемию не смог оставаться в стране. Это всегда надо оказывать посильную помощь, потому что помощь от каждого человека, она может быть разная. Кто-то может помочь финансами, кто-то может помочь делом, кто-то может кого-то отвезти, кто-то может что-то предоставить в пользование, например. И это всегда нужно, а сейчас это еще сильнее нужно, чем в обычное спокойное время. Помогать может каждый, ровно так же, как и обратиться за помощью. Сделать это можно, позвонив по номерам телефонов, указанных на экране. Мария Левина, Григорий Плешаков. События.